Беслан. Страшная трагедия, произошедшая 14 лет назад. До сих пор болью отзывается в сердце. Вспоминать и говорить без слез о событиях 1 сентября 2004 года до сих пор невозможно. 3 сентября в Иванове около часовни Александра Невского состоялся молебен, посвященный памяти жертв террористических актов. Мероприятие началось с минуты молчания. Я считаю, что такие события всегда нужно посещать и всегда помнить об этом, чтобы они больше не повторялись в истории человечества, потому что это признак негуманности со стороны других людей. День знаний в Беслане обернулся атакой террористов. В заложниках оказались свыше 1000 человек. 334 жителя города погибли, в том числе 186 детей. В память о страшных событиях студенты ивановских вузов, активисты молодежных общественных объединений, представители общественных организаций и неравнодушные ивановцы возложили цветы и зажгли свечи. Это большая трагедия для нас, для всего мира. Огонь, который был в свечах, обжигал мне руки. И эта трагедия обжигает сердце и душу. Я уверен, что каждого человека, кому не безразлична судьба нашего человечества. По сей день Беслан остается единственным городом, где День знаний отмечают 5 сентября, так как первое число в Северной Осетии объявлено днем траура. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.